что немного неожиданно, учитывая, что первым номером в последних матчах был, конечно, Денис Русов. Первая передача достаточно опасна, но вот, замкнуть вот эту самую передачу. Молдовы 95-й билет «Динамо А». Впрочем, дела подавали там. Ну что ж, опасный момент, первый такой удар по воротам, и по всему это 16 последует подачи, да, так равновесие, но Рина Рейн кулаками снова ликвидирует свою игру. Тогда атаки выглядели совсем плохо. Я думаю, что ничего такого особенного они не придумают, последует передача, не разберет. О, подключается. Опасный момент, пожалуйста. Фаер-шоу из наумения футбольного клуба, вернее, болельщиков футбольного клуба и сингурного канадского движения, судя по какое-то время матч первый подходит к матчу, который в эти самые мгновения газон по песню бросают. Еще несколько жартов, которые также дебютировал в футболке сборной России. Простите, на мой взгляд, проиграла команда Лихтенштейн. Там победа Лихтенштейна была всего лишь 10-й в истории тура. Ох ты, какой опасный момент, более ничего, матч из 17-го тура. Воспитанный Донецкий Черноморец обводит двоих футболистов, добивает мяч Василий Жардан. Такого нет, а будет оформлен, ну да, поворот, неплохой звонит. Звоночек для ворота Ринера Ириана из почты. Столица команды, сейчас посмотрим. Удар, можно нанести удар. Удар по воротам и снова выше ворот. Удар по воротам. Очень здорово идет. Еще опасно. Удар наносил направлен через сетку. Ага. Может, будешь. Запался на этом эпизоде. Еще такой прострел. Еще один удар, и это пенальти. Сергея Деринова, футболисты Зимру, и желтую карточку даже получает Штефан Бургю. Сложно, конечно, разобрать этот. Вот вам и пенальти, друзья. Вот вам и пенальти. Милош Крюкотич и Штефан Бургю. Крюкотич нанес не самый удачный удар. Взаимность между капитанами обеих команд. Вячеслав Кусмак. Точно. Максим Кутерник. Ух ты! Вот сейчас может приступить. Выступает пока что в передаче. Возможность для удара. Михаил Платик, там Александр Беря. Чуть выше левой приставили. Ворот дал там последние секунды. Опасный, серьезный ворот. Анатолий Акина стоит планировать болельщиков фанатов. Представим, в главном матче это вот, ну а ключевой эпизод произошел удар. Целых ура, 15 минут, оставайтесь с нами, да? Кубаревы всегда занимала пост в ранке, но ну что, мы первым номером команды. Давайте посмотрим этот эпизод. Неплохая атака, не пытался это сделать на Петру Левку, а вот они на своем фоне как-то не пересекаются. Петру Левку. Хорошая передача на Петру Левку. Сейчас будет пробить, нет, передача еще проходит. Слишком сильная и слишком неточная. Опять-таки, обнажается наша проблема. Это проблема точности передач. Выходит Анатолий Кириллчук. Красивые наставные, можно и пробить, нет. Получается, а вот с передачи тем более. Не так. Дорогу состояние газоном. Такой температуре, наверное, просто ложка или армания. Пока что армания. Стрел, даже передача, и возможность такая хорошо.
Смитом удар поворотом. И это замечательно из сердца играет. Таким образом, удачи.